Садовый вентиляторный опрыскиватель Бодилли. Емкость бака 600 литров. В конструкцию данного бака встроен дополнительный бак для чистой воды и бак для мытья рук. В данном опрыскивателе имеется функция самозакачки и смешивания. Диаметр вентилятора 75 сантиметров. Вдоль окружности вентилятора располагаются две магистрали вылива, левая и правая. На каждой магистрали находится 5 рабочих форсунок. Необходимая мощность трактора 40 лошадиных сил. Насос с производительностью 105 литров, 4-мембранный, производство Турции, с гарантией 2 года от завода и изготовителя. В комплектацию данного опрыскивателя входит карданный вал с обгонной муфтой 6 на 8. Также дополнительный шланг для забора чистой воды размером 5 метров.